Спасибо, Алина и Марина, за песню. Поистине, это один из самых ценных подарков, которые Господь нам дал. Субботний день. Он прекрасен, как еще было спето. Хорош. Хорош. Слава Господу за это. Потому что я думаю, что мы, нам надо чаще просто думать об этом, о значении субботы, о ценности ее. Иногда это естественно получается, особенно после тяжелой трудовой недели. Мы рады просто отдохнуть в субботний день. Но кроме отдыха, аспекта отдыха, который очень часто люди любят подчеркивать, там и отдых не самое главное в субботнем дне, а именно вот это сладостное общение с Господом и друг с другом. Пусть Господь поможет нам ценить ее всегда и быть благодарными за нее Господу. Вчера мы говорили об истинном посте, что является истинным постом на основе книги пророка Исаии 58 главы, и мы пришли к выводу о том, что Исаия не отменял и Господь не отменял пост, но просто говорил, какого вида пост он просто не может принять. Он не может принять пост от людей, которые постятся, садятся во вретище, делают хмурые лица, но не имеют ни милосердия, ни свидетельствуют о Боге, ни разделяют голодным хлеб и так далее, жестокосердные. Естественно, пост таких людей перед Господом есть мерзость. И частью вот этого, как вы помните, мы говорили, это миссионерская работа. Частью вот этого истинного поста вы услышали о религиозной свободе вот в этом клипе, о странах, где ее просто нет. И мы, некоторые из нас, пережили это, мы хорошо понимаем, что это такое, когда нет религиозной свободы. И тем не менее, эти люди свидетельствуют смело. Вот этот Ганун Диоп, ведущий, был моим однокурсником. Он бесстрашный миссионер. Он закончил учебу, вернулся в Африку и сейчас руководит отделом религиозной свободы. Не знаю, по-моему, он сотрудничает сейчас с Генеральной конференцией. И действительно, мы видим, какое преимущество мы здесь имеем, имея вот эту свободу религии. И горе нам, если мы не пользуемся этой свободой и не делимся с другими той красивой вестью, которая у нас есть. Горе нам, я не преувеличу это, дорогие. Поэтому пусть Господь поможет нам отрезвиться, и пусть поможет нам воспользоваться этой свободой, пока она есть, и свидетельствовать, где только возможно, и кому только возможно. Согласны вы с этим? Да поможет нам Господь в этом. Сегодня мы продолжим один разговор, начатый несколько месяцев назад. Те, которые были здесь, помнят историю Иосафата, которую я приводил, то время, когда на Израиль, на Иудею напали сразу три народа. И мы рассматривали эту историю в контексте вообще главным вопросом той проповеди был вопрос секрет победы, как побеждать. Но сегодня мы будем говорить несколько о другом. Сегодня мы будем говорить о том, как Иосафат в этой же истории победил страх. Все мы имеем страх. Есть естественный страх, есть нужный страх. И есть страх ненужный, порожденный грехом. Из-за грехопадения мы тоже подвержены вот этому ненужному страху, который парализовывает нашу жизнь, мешает нам в духовном нашем развитии, да мешает и в этой жизни. Очень часто страх является препятствием во многих вещах. И много было бы сделано, если бы не этот страх. Касается естественного, нужного, полезного страха, это когда мы боимся общаться с плохими людьми, или боимся посещать места, где опасны для нас. Если мы видим змею гремучую или какую, обходим, то это разумный страх. Это надо делать, потому что это опасно. Но не об этом страхе сегодня мы будем говорить, а вот том ненормальном, как результате греха,
вот в том страхе, который парализует нашу жизнь. И вот на примере Иосафата мы посмотрим, как побеждать этот страх. Давайте помолимся, еще раз попросим благословения на эту часть. Милосердный наш Господь и Бог, великая Тебе слава, в первую очередь за дар субботы. День сладостный, прекрасный, хороший, когда мы можем собираться, общаться с Тобой друг с другом, изучать Слово Твое. Славим Тебе за свободу, которую мы имеем здесь, в этой стране. И помоги нам, Господь, пользоваться этой свободой. Славим Тебе за Иисуса, которого Ты отдал ради нас, и в котором мы имеем все благословения, идущие от Тебя. Во имя Его мы просим Твоего благословения на этот час, на Слово Твое, на сердца и мысли наши, во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте откроем вторую паралипоменон, тот же самый отрывок, который мы изучали тогда. И 20 глава, 2 паралипоменон, прочитаем первые три стиха. После сего, до этого Иосафат избежал реальной смерти. Помните, когда он пошел помогать Ахаву? И надел одежды Ахава, и сириане подумали, что это Ахав, и хотели его убить. И он закричал, интересно написано, он закричал, Господь услышал и избавил его, его не убили. Как вы думаете, а что это за крик, который услышал Господь? Страх. Как? Страх. Какой крик? Страх. Страх, правильно, но крик кому обращенный был? Это к Богу было. Да, наполненным страхом, несомненно, но это была молитва. Очень хорошо, когда в критических ситуациях мы можем найти в себе силы, вспомнить и помолиться. И помолиться. Помню, я ехал один раз на машине, и машину занесло. Я закричал Господу, Господи, спаси, иначе я сейчас погибну. Господь услышал и помог, и на самом краю, можно сказать, пропасти машина встала. Вот здесь, и вот после вот этого славного избавления, вот этого, которое Господь дал Иосафату, мы читаем. «После сего муавитяне и аммонитяне, и с ними некоторые из страны Маунитской, это едомляне, пошли войною на Иосафата. И пришли, в оригинале говорит, некоторые пришли, и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеде, и убоялся Иосафата. И обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». Вот такой пост, это приемлемый. Когда человек праведный, когда человек любит Господа, и когда приходит такая ситуация, когда безвыходная, полезно поститься, если это возможно, если здоровье позволяет. Некоторым людям, как я и Лиза, диабетикам, так сказать, долго поститься нельзя. Но по полдня, и иногда близко к одному дню, можно. Но это полезная вещь, и вот Иосафат объявил вот этот. Но наполненный страхом. Только что избавленный Господом чудесным образом, он наполнен страхом. Как вы думаете, страх нормальный или не совсем нормальный? И, естественно, всегда найдутся такие, которые могут сгущать краски. Некоторые пришли и сказали, великое множество. Я представляю, в каком тоне это сказали, что Иосафат пришел просто в страх. Идут на тебя. Вы помните историю с 12 соглядатаями? Помните, да? Когда Моисей послал 12 соглядатаев, то есть шпионов, проверить, разведать землю, в которой они идут. И вот они пришли и вернулись. 10 и 2 человека говорили разные вещи. Да? Первые 10, о чем они говорили?
гиганты живут. Это такие неприступные города. Куда там, забудься, нам никогда не будет под силу завоевать их. Лучше даже туда и не лезть. Сгущали краски вот эти. На самом деле там были сильные люди, это правда. Они намного, наверное, были крупнее, сильнее, чем Иисус Навин и Халев, и сам Моисей, и самые сильные в стане Моисея, или израильском. Действительно, потому что эта земля была плодородная, а во все времена всегда сильные захватывали самое лучшее. Это понятно. Сильные люди захватывали лучшие земли, лучшие поля, лучшие эти самые источники, лучшие рудники и так далее, и так далее. Всегда сильные мира сего, до сих пор это так, разве не так? Кто держит самые большие богатства в руках своих? Сильные мира сего, правда? Ни у меня, ни у Геннадия нет таких средств, которые есть вот этих сильных миров. У некоторых там уже не миллиарды, а триллионы, говорят, долларов. Одним словом, это было всегда так. Поэтому неудивительно, что вот эти сильные, могучие люди могли держать эти земли, эти города, и они казались неприступными. А вот Иисус Навин и Халев, кстати, не знаю, насколько это правда, но устная традиция говорит, что они были такие же маленькие, как Давид. Как я и Геннадий ростом. Не были такие внушительные гиганты. Были такими обыкновенными. И эти двое говорят, мы можем победить их. У них никакого страха не было. Мы не то, что можем, а мы победим. Они это сказали, как уже совершившийся факт. Мы обязательно их победим. Мы захватим эти города. И убьем этих гигантов. Нет проблем. Как вы думаете, в чем вот эти 10 внушили народу страх? Они сгустили краски, сами тряслись, говорят, в России советовались со страхами своими. А эти двое пытались сделать наоборот, вдохновить и сказать, что нет, мы сможем. Но эти 10 пересилили, и народ пришел в страх. У нас тоже в жизни всегда найдется кто-то, друг, сосед, подруга, которую могут так сгустить краски. Это не для тебя. Ты никогда не сможешь это сделать. Даже не лезь. Как же это получится? И так далее. У нас есть страхи о карьере нашей. Иной раз мы могли бы начать какую-то карьеру и продолжить. Но страх не мешает. Бог дал определенные дары, но мы боимся их реализовывать. Какие страхи еще у нас могут быть? Есть. А детях есть страх? Всегда, постоянно. Беспокойство и страх. Думаешь, когда они вырастут, будет лучше, а чем больше они растут, тем больше страх. И страхи вместе с ними растут, потому что больше проблем. Еще о чем? Боимся мы финансового кризиса. Боимся. Боимся какой-то работы. Боимся. Боимся будущего. Боимся смерти. Боимся болезни. Одним словом, страх все время сопровождает нас. А сатана великий мастер сгущать краски. Великий мастер. Кто через этих людей действовал? Как вы думаете, этих же 10 соглядатов? Несомненно, сатана. Что вы? Даже не думайте, как вы можете победить. Посмотрите на себя в зеркало. И посмотрите на тех гигантов. Да это вам не под силу. Вы что? Однако эти двое сказали, победим. Я хотел бы спросить вас, почему вы думаете, эти двое смогли проконтролировать этот страх? Я не думаю, что они были бесчувственные, ненормальные люди. У них страха никогда не было. Нет. У них тоже был. Но они были в состоянии проконтролировать его. И проявить вот эту веру. Как вы думаете, в чем был секрет? Что помогало им не бояться? Да, пожалуйста. Они не надеялись на себя, но на Бога. Совершенно верно. Они надеялись на Бога. Хорошо.
какого Бога? Который всегда совершал чудеса в их жизни, который всегда избавлял их, который всегда помогал им. И естественно, они, полагаясь вот на эти опыты, они могли проконтролировать этот страх, более того, избавиться. А страх всегда подходит, каждый день, по каждому поводу. Некоторые боятся жениться, боятся замуж выходить. Некоторые боятся свидетельствовать. Боятся. А вдруг не так придут, а вдруг отбьются, а вдруг закидают камнями. Мало ли что. Одним словом, этот страх всегда сопровождает нас. Теперь давайте посмотрим, как Йосафату, который был вот в этом парализующем страхе, как ему удалось от этого страха избавиться. Давайте прочитаем дальше. 6 стих – это, пожалуй, первый шаг. Мы рассмотрим с вами 3 шага, которые сделал Йосафат, таким образом избавив себя от страха и помогая народу избавиться от страха и добиться величайшей чудесной победы. Я думаю, сегодня очень хороший день. Давайте прочитаем 6 стих. «И сказал Йосафат, молится Богу, послушайте, вот это первый шаг к избавлению от страха. Он делает то, что делали Иисус Навин и Халев. Слушайте внимательно. 6 стих, та же 20 глава 2 книги Паралипоменон. «И сказал, Господи, Боже, Отцов наших, не Ты ли Бог на небе?» Окей, не мешало бы это помнить. Да? «И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и это не мешает помнить. Ты владычествуешь над всеми, и китайским президентом, и американским президентом, и Путиным, и австралийским, и новозеландским, африканским, и всеми. Тут не сказано над многими, сказано над всеми. Да? И в твоей руке что? Сила и крепость. Есть сильные цари? Есть. Есть сильные народы? Есть. Но в руке Господа находится настоящая сила и крепость. И слушайте дальше. И никто, что имеется в виду, кто это никто? Ни один царь, ни один народ не могут устоять против тебя. Никто не может устоять. Ох, прозрение пришло Йосафату, слава Господу. Он взыскал Господа, он помолился. Я не сомневаюсь, что нашлись праведные люди, может даже пророки, которые укрепляли его. Которые говорили Йосафату, не переживай, не бойся, есть и такие люди, слава Господу. Дай Бог, чтобы мы сами все были такими именно. Вдохновляли других, ободряли других. Помогали им избавиться от вот этого парализующего страха. И дальше еще сильнее. «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей перед лицом народа твоего Израиля?» Не так же давно это все было. Не, это же ты прогнал их все. Когда народ израильский вышел из Египта, когда перешел Черное море, потом Иордан, это же ты помог захватить Иерихон, помог избавиться от всех этих сильных, это же был ты. Слава Богу, он вспомнил это, мои дорогие. Дальше. «И отдал ее семени Авраама, друга твоего навек». Вот он первый шаг. Вот он первый шаг. Скажите, пожалуйста, а в нашей жизни, в жизни каждого из нас были моменты избавления Божьего, моменты чудесного избавления? Такие и решение проблемы финансовые, и с детьми, молимся, Господь слышит потом, помогает, благословляет. Много, правда, такого? Были и молитвы, которые не были услышаны, да, надо признаться, по одному ему известным причинам. Но а сколько много чудес совершил Бог в нашей жизни. Когда мы были голодны, когда мы были холодны, когда что-то еще другое, что-то еще. И Он всегда помогал, всегда благословлял. Я думаю, у каждого из нас есть такой огромный багаж, наполненный чудесами Божьими в нашей жизни. Не так ли? И вот если это все вспоминать,
если все это вспоминать, мы можем сказать, не ты ли, Боже, тогда-то меня помог, не ты ли тогда-то меня избавил, не ты ли решил вот эту сложную проблему, в которой мы находились, так это столько всего можно вспомнить, и с этого надо начинать. Но даже если бы в нашей жизни, то есть все, что произошло в нашей жизни, было бы недостаточно, то полезно вспомнить библейские чудеса, как это сделал Иосафат. Мы же верим, что это Слово Божье. Мы верим, что все события, описанные здесь, абсолютная правда. Я ни грамма не сомневаюсь в этом. Ни грамма. Меня часто спрашивают: Григорий, а ты веришь всему, что Библия говорит? Я говорю: абсолютно. У меня даже грамма сомнений нет ни в чем. Я принимаю с верой все, что там написано. И верю глубоко, что именно так и было, как там написано. Так если мы верим этому, смотря только на библейские чудеса, уже можно не сомневаться в силе Божьей, можно не сомневаться. Естественно, сатана внушает иногда говорить нам. Да, он может сделать правильно, но посмотри на себя. Ты недостоин. Почему ты думаешь, что он именно тебе поможет? Почему ты думаешь, что он именно тебя избавит? Что у него нет других праведников? Посмотри на себя, кто ты такой. И он показывает все наши грехи. Ну, мы знаем ответ на это. Помните ответ какой? Мартин Лютер дал ответ сатане, когда он на доске написал, представил весь лист грехов Лютера. И посмотри, куда ты, мол, лезешь, посмотри на себя, и ты хочешь какую-то революцию, какую-то реформацию делать, и посмотри на себя. Мы этот голос всегда слышим. Что сделал Лютер? Красные чернила перечеркнул и написал: кровь Иисуса очищает от всякого греха. Вот он наш ответ. Кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Поэтому вот этому мастеру сгущать краски, верить не надо. Давайте посмотрим, вернемся к Иосафату. Итак, второй шаг. 12 стих, очень важный, мы очень подробно я говорил 3 месяца тому назад об этом, поэтому сегодня я не буду много говорить о нем, но он очень важен. Вспомнить его опять нужно. Боже наш, суди ты, суди их. Имеется в виду вот это множество, которое окружило их. Ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Но очень наши. Вспомнили? Нет в нас силы. Вот это надо признать. Мы не можем действительно. И это признание своей немощи. Люди говорят: ну как же тогда мы можем двигаться вперед, если я всегда буду говорить: я ничего не могу делать. Нет, не в этом смысле. Когда мы признаем, что мы немощны, мы даем возможность силе Божьей участвовать в нашей жизни. Мы предоставляем вот эту, передаем все права, полномочия Господу в руки, когда мы понимаем, что мы сами не состоим. Мы можем делать только, что мы можем делать, а что мы не можем, мы это предоставляем Господу. Иосафат не мог по-человечески с таким количеством, с таким войском огромным воевать. Он не мог. Он понимал. Поэтому говорит: у нас нет сил против такого множества. Мои дорогие, действительно, многие ситуации, которые в нашей жизни возникают и вызывают вот этот страх, мы сами по-человечески мы не можем победить. Не можем. Почему? Потому что силы, которые за всем этим стоят, они больше наших сил. Поэтому что нам надо делать? Предоставить Господу, у которого сила больше, чем все силы вместе взятые. И против тебя, как сказал Иосафат, никто не устоит против тебя. Вот что нам надо делать. Нам надо прибежать к тому, против которого ничего не может устоять. Ну давайте пойдем дальше. Как время быстро летит, прям живем. Ну, вы помните, что было сказано. Не ваша это война. Битва в этой жизни, она не наша. Это
битва Господа и его врага. А мы часто используемся в этом. И вот послушайте теперь 18 стих. Это, кстати, поклонение. Это уже третий шаг. Значит, первый шаг, что было первым шагом, который мы с вами рассмотрели, признание величия Божьего, его силы. Второй шаг – признание своей немощи. Как логично, да? Его сила – наша немощь. Тогда это работает. А теперь третий шаг. Третий шаг с 18 стиха мы читаем. «И поклонился Иосафат лицом до земли». Кому поклонился? Богу. «И все иудеи, жители Иерусалима, пали перед Господом, чтобы поклониться Господу». Первые два шага мы часто исполняем очень верно и хорошо. А вот третий шаг, до третьего шага мы часто не доходим. Слушайте дальше. Слушайте следующий стих, 19. В этой же главе. «И встали левиты из сынов Кореевых, Кафовых, и из сынов Кореевых» — это певцы, это хор — «стали хвалить Господа. Еще избавление не пришло». Заметьте, мои дорогие, избавление еще не пришло. Была молитва, был пост, было признание своей немощи, было признание величия Божия, но избавление еще не пришло. И вот слушайте, левиты, говорит, встали. Это какой торжественный хор, да? Сынов Кореевы, сыны Каафовы, хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. Ссылаясь на его силу, они стали славить Господа. И теперь, вот это есть третий шаг. После этого он еще продолжается. После этого, вот здесь, в 20 стихе, мы видим, что Иосафат избавился от страха полностью. Страх ушел из него. Вы помните, вначале, как он убоялся очень сильно. А теперь мы сейчас увидим в 20 стихе, что страх полностью оставил. И не только оставил, он еще в состоянии теперь других укреплять. Слушайте, что он говорит. «И встали они рано утром и выступили в пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу, Богу нашему, и будьте тверды. Верьте пророкам его, и будет успех». Здесь уже страха не видно, ни тени его. Он преодолел этот страх, а теперь уже внушает вот эту же смелость народу всему. Не бойтесь, будьте тверды. А действительно, мои дорогие, когда нам удается избавиться от страха, мы тогда в состоянии будем укрепить других, которые находятся в этом страхе. Ничего. Понимаете, насколько это важно? Не только ради нас, но и ради других. И вот вершины мы на этом закончим. Это прелесть, 22 стих. Как некто сказал, вкусное блюдо. Когда Господь дал победу, наконец. Заметьте, пока еще победы не было, избавления не было. Вот теперь слушайте, 22 стих. И в то время, слушайте внимательно, «И в то время, как они стали восклицать и славословить», заканчивает третий шаг. Что тогда было? «Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены». Когда пришла победа? Они признали величие Бога, они признали свою немощь, постились, молились, и когда они стали славословить Бога, когда они стали хвалить Его громким голосом, и вот в это время Господь дает победу. Мои дорогие, напоминаю опять,
Мы очень верно выполняем первые два шага. Да, мы признаем его величие, потому что мы видим, что мы ничего не можем делать. Мы признаем нашу немощь. Мы плачем, рыдаем, просим, молимся. Но мы никогда не доходим до третьего шага. Хвалить его от души. Прославлять его громким голосом. Славословить его. Говорить, как он велик и страшен в своих делах. И вот тогда приходит избавление. Вот почему мы и не доходим до конца. Потому что мы не выполнили все шаги. Соответственно, не увидели результат. Пусть Бог поможет нам. На примере Иосафата, потому эта история записана. Иметь вот эту смелость. Не бояться ни перед чем. Страхи будут приходить, но их можно преодолеть, их можно контролировать и всегда помнить, что перед Господом ничто не может устоять. И для Господа все возможно, и нет ничего невозможного. Да поможет нам избавиться от всех страхов. Давайте помолимся. Еще раз прославим. Господь наш милосердный, великая тебе слава и благодарность за эти библейские примеры, которые вдохновляют нас, укрепляют веру нашу, помогают нам избавиться от страха даже теперь, спустя тысячелетия. Но помимо того, мы видим твою исцеляющую, избавляющую руку в нашей жизни постоянно. И у нас есть очень много причин не сомневаться, не колебаться и не бояться. Но память человеческая слаба, и мы часто забываем эти вещи. Помоги нам, Господь, больше обращаться к Слову Твоему. Помоги нам видеть Твою чудесную руку, силу Твою и всегда славить Тебя не безостановочно. Хвалить и прославлять. И тогда Ты поможешь нам избавиться от всех страхов и с верою смотреть в будущее. Во имя Иисуса Христа. Аминь.